Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня испечь вместе со мной тыквенный пирог с нежным сливочным кремом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для выпечки нам понадобится тыква, сливочное масло, томатный сок, яйца, мука, грецкие орехи, сахар, разрыхлитель, ванилин, корица, мягкий сливочный сыр, сахарная пудра. Начнем готовить замес теста. Тыкву очищаем и натираем на мелкой терке. Выкладываем в миску натертую тыкву. Выливаем к ней томатный сок. Добавляем яйца. Высыпаем сахар, а также добавляем разрыхлитель, ванилин и корицу. Все перемешиваем. Очищенные грецкие орехи измельчаем в блендере. Полученную крошку высыпаем к тыквенной смеси. Добавляем сливочное масло и блендером взбиваем все. Постепенно добавляя муку, вымешиваем тесто. Зрительно делим готовое тесто на три части. Мы будем выпекать три коража. Выкладываем одну часть в форму, смазанную сливочным маслом. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Полученные коражи охлаждаем. Для крема выкладываем в блендер сливочный сыр, сливочное масло, сахарную пудру и взбиваем до однородной массы. Смазываем готовым кремом коражи. Сверху можно пирог украсить орехами или коричневым сахаром. Наш пирог готов! Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам чаепития!